Просторные классы, современное оборудование, комфортный спортзал. Школа номер 20 в микрорайоне Подрезково обзаведется пристройкой для начальных классов. Какой она будет, рассказали представители власти на встрече с жителями. Проблема нехватки школьных мест для микрорайона Подрезково, она известна давно. Эта проблема на поверхности не первый день. Данный участок, он предусмотрен генпланом развития микрорайона, в том числе, соответственно, на сегодняшний день уже получена экспертиза и готовятся конкурсные процедуры для строительства данной школы. Новое здание вместит 450 школьников. Это позволит избавиться от второй смены, обещают представители управления строительства. Здесь же сделают столовую на 500 мест. Плюсы есть, дети будут кушать. Скажем так, не толпиться. Начнут строительство уже в сентябре этого года. Окончание запланировано на осень 2020-го.